Сыщики полиции Первоуральска совместно с коллегами из Управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД области в августе 2017 года задержали двоих подозреваемых. Одного в гостинице, второго на съемной квартире. Оба оказали сопротивление стражам порядка. Их попытки были пресечены. Оба они были взяты под стражу, где и находятся по сей день. Третьего подозреваемого спустя некоторое время задержали по месту жительства.